1 сентября – День знаний, главный праздник всех школьников. С этого праздника во всех общеобразовательных учреждениях стартует новый учебный год. Для кого-то это первый, а для кого-то это последний в стенах родной школы. В первую очередь я бы хотел поздравить всех учащихся с началом учебного года, пожелать всем успехов, благополучия, здоровья, чтобы успешно начали этот учебный год и также окончили тоже. Выпускным классам тоже хотел бы пожелать также этот хорошую подготовку на выпускную итоговую аттестацию, чтобы успешно сдали и единый государственный экзамен, и по девятым классам обязательный государственный экзамен тоже. Ну а первоклассникам желаю, чтобы они получили с первого же класса, с первого же дня максимум знаний и успешно этот самый последовали, как скажем, своим сверстникам, учащимся. Дети – это наше будущее, мы обязаны их и воспитывать, и обучать, и дать соответствующие знания. Настроение самое главное, мы видим, наших учащихся и родителей тоже очень хорошие. Я думаю, с таким успехом учебный год начинать, наверное, будет все отлично в этом году. Так, я поздравляю всех учеников, всех родителей, всех учителей, в том числе с началом учебного года. Вы видите сегодня, какие красивые, нарядные ученики, какая радость у них всех в глазах. У всех есть желание, стремление учиться. Я сама в этом году набираю первый класс. Ну, всем желаю успехов в учебе, учителям желаю успехов в труде, в нелегком их труде, родителям и детям, конечно. Доброе утро, дорогие учащиеся, уважаемые родители и любимые учителя! Это утро можно назвать добрым не только благодаря ясному небу и яркому солнцу, а прежде всего благодаря добру, которое оно несет нам, ученикам. Ведь сегодня 1 сентября, начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний, которые откроют перед нами наши учителя. Сегодня здесь собрались самые маленькие нарядные первоклассники, которые впервые переступают порог нашей школы, отправляясь в страну знаний. Также здесь наша гордость, выпускники, для которых юность продлится только один год. Пусть этот год будет добрым для всех, для тех, кто впервые переступает порог нашей школы, и для тех, кто приходит сюда уже не первый раз. Добра всем участникам нашего праздника. Внимание, школа, смирно! Thank you.
чтобы открыть праздник Дня знаний и объявить торжественную линейку открытой, предоставляется директор школы науки. Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги, гости, я рад приветствовать всех сегодня, 1 сентября. Я от всей души поздравляю всех с Днем знаний. Дорогой и близкий каждому из нас праздник. Этот день мы все ощущаем себя большой и дружной школьной семьей. Всем ученикам я желаю не утратить интереса к новым знаниям. Желаю настойчивости и успехов в учебе, отличных отметок. Это начало нового этапа в жизни наших юных граждан. Милые первоклассники, добро пожаловать в нашу школьную страну. Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний и открытий. Светлый школьный класс, самая добрая и справедливая первая учительница ждет вас. Уважаемые родители, и вас с праздником. Пусть ваши дети почаще радуют вас и терпение вам. Особо теплые поздравления, слова благодарности и признательности хочется сегодня указать учителям. Именно вы помогаете постигать науки и получать знания. Открываете ученикам новое, объясняете непонятное. Ваш талант, терпение, ответственность, непременные условия. Успеха вам и благополучия. Пользуясь случаем, хотел бы здесь же, у нас есть за летний период, которые были отмечены грамотами. Наш же ученик 10 класса за летние каникулы стал Бекхан, учащийся 10 класса. Здесь он, собственно. Работу по подготовке призера республиканского этапа Олимпиады Шкурманенко по авторской литературе. Министр образования. Награждается Магомед Алиев Хабиб Шарапов. Национальный танец исполняет для вас, уважаемые присутствующие, учащиеся 8 класса нашей школы, Эмечев Ибрагим и Полежанка Эльвира. Thank you.
разлуки мы рады видеть родные лица учителей и одноклассников. Но сегодня присутствуют на нашей линейке и новые лица. Это первоклассники и их родители, которые пришли проводить своих детей в новую для них школьную жизнь и познакомить их с новыми школьными, с школьной семьей и новыми мамами в лице наших учителей. Первый А. Аджиева Бумлият Ибрайхановна. Первый В. Нелиханова Сият Михаиловна. Первый Г. Раджабова Джамиля Духамидовна. Первый Д. Имеева Мадина Магомедовна. Первый Е. Гамзатханова Патимат Магомедовна. Первый Ж. Арзукаева Мадина Бутагировна. Первый З. Хайбулаева Залина Чевчевна. Первый И. Джабраилова Сайха Рацхановна. И первый П. Поздравительное слово для наших новых учеников и их родителей произнесет замдиректор по начальным классам Богатова Аминат Закаряева. Здравствуйте, уважаемые гости, родители, учителя, детки маленькие мои, взрослые детки. В этот осенний чудесный день я хочу поздравить вас с первым нашим замечательным праздником. Дорогие детки маленькие, добро пожаловать в Дом знаний.